tilak you have? Yeah? Even a tilak? What tilak time? On which tone of which? He's leaving to the job now. Жиденький тилок ставится на работу. For slight tilak, no, but deep tilak. По цвет кожи, жиденький, но ставится. Very slight. When touched Gopichandra, your mind becomes purified. Просто когда прикосновение к Гопичандраму ум очищается. Идите ставьте. Все равно это хоть немножко тилок это должно быть. Vrindavan vasi Vaishnava raga Thank you.
Thank you.
Один куплет всегда на высокую, один куплет на низкую, второй на высокую, потом на низкую, потом на высокую. Там ни одной мелодии все куплеты поются. Even reading the translator. There must be this kirtan. В каждом гаудиамахе каждый день поют этот киртан. This first line is told, you know, Udila Aruna Puro Hage Diya Mani Gora Amani Jage Bhakata Samu Laya Sate Gela Nagarabraje. When the sun rise, you know, that time Mahaprabhu wake up before sunrise and take with him this devotee and go to kirtan whole Nagar Nagar. В этом вирдане поется о том, как встает солнце, как просыпается Махапрабху, и как он идет со своими спутниками из деревни в деревню с санкиртаной. Yeah. So here teach us, you are also Manitam Kirtan. Вот тем самым учит нас, чтобы утром мы пели киртан. And they're going everywhere, and Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, so when they are telling Udita Tapana Haila Asa Dini Galo, when sun in a sunset, what are you telling? Huh? Oh, today is the finish. Yeah? Telling this meaning is Udita Tapana Dini Galo Haibas Tabaganagal in a Alasaya Navaja Hirderaji. And when one day he said, go, again he never coming. Then telling this which day is the God, when this time is successful. Then successful when always chanting this holy name, doing bhajan, then this time is successful. Without time is complete best time. Каждый день, когда заходит солнце, заканчивается один наш день, как наша маленькая жизнь. Она только в том случае прошла успешно, если мы за этот день совершали киртан, совершали бхаджан. Yeah, when one second he gone, never again coming this time. И этот день никогда уже не вернется. So always chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like a reading somebody is meaning. Едва залил восток, как Шри Гауранга, жемчужина среди брахманов, пробудился ото сна и вместе со своими преданными отправился по деревням Навадвипы. Тат хай, бьют мриданги, и в тактом звучат караталы. Сияющий, как золото, Шри Гауранга изящно танцует в экстазе божественной любви, и у него на ногах позванивают колокольчики. Мукунда, Мадхава, Ядава, Хари, о люди, пойте же, пойте эти святые имена. Пусть ваши уста всегда украшают имя Господа, а иначе ваша жизнь пройдет впустую. Ночью в иллюзорных сновидениях, а днем в заботах о своем теле. Вы получили редкий дар человеческой жизни. Что же вы делаете с ним? Почему не дорожите своей удачей? Если вы начинаете поклоняться сыну Яшоды, вас ожидает... Если вы не начинаете поклоняться сыну Яшоды, вас ожидает постыдный конец. С каждым восходом и закатом уходит еще один день вашей жизни, и его уже не вернуть. Чего же вы ждете? Почему не поклоняетесь Господу вашего сердца?
Поймите одну важную истину. Жизнь не вечна. Однажды вам придется умереть. В этом мире вас на каждом шагу поджидают опасности и невзгоды. Поэтому постарайтесь во что бы то ни стало найти прибежище в святом имени. Пусть его повторение станет вашим единственным занятием. Умиротворенный Бхактивинода пьет чистый нектар имени Кришны. Этот нектар – сама его жизнь. Во всех 14 мирах нет ничего, кроме святого имени. Сладкозвучное святое имя не зашло в этот мир на благо всех существ. Словно солнце, оно светит на небосводе нашего сердца, рассеивая тьму невежества. Сакхе калая гаурамудая. Kalaya Gauramudara Sakhe Kalaya Gauramudara Nindhitahatak Kanti Kalevara Nindhitahatak Kanti Kalevara Garbhita Mara Samara Garbhita
Chandraya Radhikaya Ishtadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Vanchagalpudarubhasa Kripa Sindhu Vaivasya Patitanang Pavane Bhovaisnavisya Vrindaya Dulasidevvai Priyaya Kesavasacha Krishna Bhakti Pradevi Sattavattai Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurav Bhakta Vrinda Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Ha Hare Krishna Hey, what are you doing? Can't do it. Can't do it. Yesterday you heard there are 6 questions. And your what is the first question in your telling? After doing this mala, okay? And you are remembering what is this past question? What is the answer? Now you are everybody young, okay? Young. Necessary. Listen to some Instagram, open up the floor, you can learn. Он говорит, что вы сейчас очень молодые. У вас хорошие молодые мозги. Нужно учить стихи на санскрите. Like this Samrani, you know, everywhere she preaching. You are try one, you are everybody one become Samrani. Нужно, чтобы вы стали как Самрани везде. Она вот начинала ставку также с проповеди, учила стихи, теперь замечательный проповедник. Хорошо. So, important slope, you are try, now you are completely young. You can one day, two to three, three slope, you can learn. Вот день спокойно можете по 2-3 стиха учить на свежий голос. Надо выписывать, какие Махарадж указывает, какие важные стихи, их у себя потом выискивать, переводить, сделать себе книжечку особую по стихи, и те, какой он говорит, вот этот важный стих. Себе его выписали, выучили. Like the Сикхаштака, Манна Сикха, Упадасамрита, there are three very important scriptures are Gaudi. То есть вот Шикхаштака, Манна Шикша, Упадасамрита, оттуда сначала нужно учить стихи. Это наши основные фундаментальные книги. Хорошо? Yeah, this is a Sikhastra every day. You have so many time. Okay. And when Prabhu gave class, sometimes he can try to ask him. Not that like this in Sikhastra come like this fast give one slope. If one slope, 2 days this is fast slope, is a very big slope. 2-3 days if you learn one slope, this is also enough, you know. А вы, Прабху, когда даете лекцию, вы задаваете им домашнее задание и спрашиваете. Например, учим какое-то время Шикшаштаку. То есть Шикшаштак, конечно, там первый стих, если сложный, то, например, за 2-3 дня, после 2-3 дней уже можно спросить Шикшаштаку, чтобы это было именно как вы. Не раз в неделю учат их в субботу на программе, они рассказывают, по очереди. Один стих в неделю, да? No, Anupama Diti знает всю Шикшаштаку. He is asking them shlokas because they give only class once a week. Yeah. Once a week, once a week they study one shloka. One shloka. He can, like this, he can try to give to one week. 3-4 shloka he can give. After 1 week they can tell you. Если вы, например, раз в неделю только такое делать, то он задавать по 2-3 стиха. Нужно использовать, пока сила есть. Хорошо. You are also try, not somebody only give. Прилагайте усилия, Махарадж говорит, это нужно делать.
Хорошо. Хорошо. So, yesterday you heard this is the even Lord's three kind of devotee, one jnani, one yogi, and one is the devotee. This is the who is the devotee, who is the topmost devotee, is the bhakta, is the Krishna is telling, who is the man doing bhakti, he is the topmost, he is the complete, he understand to me, you know. He is my topmost devotee. Yesterday you heard this thing. Вчера мы подробно слышали о том, что есть люди, которые следуют духовным путем. Это карми, гьяни и бхакти. И мы слышали стихи из Бхагавад-гиты, в которых Кришна говорил, что вот именно бхакти для него более всего дорогие. Yesterday I gave example this mango example. Помните историю с манго? And somebody remember it? Italy fast example. Gyani. Who is the Gyani? What is the realizer of Gyani? What give example for Gyani? Дайте пример понимания Гьяни. Гьяни царь послал этого слугу на рынок, чтобы потому что царь узнал, что на рынке появились вкуснейшие спелые плоды манго. И Гьяни пошел на рынок. Увидел их издалека. Гьяни это второй был. Увидел их издалека, подошел поближе. Увидел их, убедился в том, что действительно это манго. И вернулся обратно и сказал царю, да, манго. Вечером ему дадите мало, а... Every time can give, give this stuff daily, okay? А сейчас на божество оденьте, чтобы меньше можно было гирлянды делать. For the Giriraj, okay? Все, освободили от работы. Yeah. Is it telling truth? Yes, truth. And all yogi? А теперь с йогой, например. Йоги, это он ведет себя так, как тот слуга, которого царь послал на рынок. И он пришел, и он убедился в том, что эти манго действительно ароматные, и они спелые, и там они продаются. Он пошел поближе и посмотрел на них, и потрогал, понюхал. Объяснение. Without explanation, only just example, yeah? Yes, what is it? Okay, и про йогу, про факт теперь. Ну, он... Он пришел на рынок, убедился в том, что есть. Он купил 5 килограмм. Он принес домой, помыл. Он предложил Богу. Он попробовал и убедился в том, что да, это действительно самый вкусный манго. Ура, новый урожай. И он принес царю, и он сказал ему, да, царь, действительно, там есть спелый манго, вот попробуй. Окей. Спасибо. Nice. Okay. Now we can listening. Now yesterday, yeah, okay. Now Krishna now is telling Nashta Praisu Abhadresu Nityam Bhagavat Sevaya or Bhagavat Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. He is telling Nityam Bhagavat Sevaya. When you every day, you know they are telling this listener. Listener is the four kind of listener. Yes? Listener is the katha is the four kind of katha. You know? One is the sattvic, one is the rajasic, one is the tamasic, one is the nirgun. There are four kind of katha. You can tell what is the meaning. Mm-hmm. What is the tamasic, what is the nirgun, what is the content. Итак, Махараш сейчас сказал с важного стиха, который нужно всем выучить. Нитям Бхагавата Сейвая. То мне не помню, что там давно учила. Нужно вечно служить Бхагаватам. И Махараш объясняет, что существует четыре вида служения Бхагаватам.
Одно из них находится в невежестве, одно из них находится в гуне страсти, одно из них находится в гуне благости, и четвертое на трансцендентное служение Бхагаватам. Так вот, в чем заключается служение Бхагаватам в гуне невежества? Гуне невежества — это когда люди, человек, он вроде как приходит на Бхагаватам, он не слушает, он уходит у него. Как бы он пришел вроде, ему внимания никакого не уделяет Бхагаватам. Это невежество, он думает все равно о своем во время Харикатхи. В гуне страсти, это когда человек пришел на Харикатху, служит, но он занимается, в основном выбирает другие виды служения, начинает гирлянды делать, он начинает бегать, организовывать, там много других служений ведет. И он не находит время для Бхагавата. То есть для него он ставит Харикатху на, считает, что это не так важно, и начинает другими видами служения заниматься. Потом Харикатха в гуне благости. Это когда человек приходит Сатвика, он just listening, yeah? Sati, that one month, 2 months, they are listening to this Harikatha, you know, listening to this Harikatha, but after not listening. And Nirguna. Are you remembering something? I said at the beginning, I remember Rajasika. Rajasika, when you're organizing, doing so much service, but no time to listen to Harikatha. The Sattvic Harikatha, это когда человек слушает, ну, один раз прослушал, два прослушал. Ну, все думает, я уже, как бы, это уже скучно, и это и так уже это знаю. Ниргунья, Армага. И четвертый вид хари, служения Харикатхи, это когда человек упивается этой Харикатхи, он всегда, он не слушает, это для него уже не как информация о том, чтобы он что-то знает, он наслаждается этой Харикатхи, ему служится, хочет услужить все больше, больше и больше Кришне. Means when you're good, when you're listening pastimes of Krishna and you're drinking this nectar, it is like it's only every time it is tasty. You are not listening to anything, you know. So he's telling nirgun pastime is the, now he's telling that this slow, you know, the nityam bhagavata sevaya, this is the nirgun. Nirgun meaning, you know, complete your life is the Bhagavad Gita. Nityam, like this, one day if not eat any chapati, any roti, any chapati, any bread, then what happens? Oh, today I am not eating anything. Without eating, cannot stay. Like this, when nityam, when every day you make life without listening, you know, you cannot tolerate, cannot stay, you know. So this is the nityam, this is the nirgun, this is katha, is the proper katha. Правильно слушать Харикатху или слушать Харикатху трансцендентной, трансцендентно обозначает вот определение в этом стихе Нитям Бхагавата Севая о том, что так же, как человек не может жить без хлеба и воды, так же человек не может жить без Бхагавата. Он каждый день служит Бхагавата. Почему? Потому что он не может жить без этого. Он в той или иной форме служит Бхагавата каждый день. Yeah, like this every day when you go listening to Harikatha, oh, now temple is going to Kirtan, oh, now Hindu Pati Prabhu now starting to Bhagavata. Hindu Mohan Prabhu now starting to Bhagavata Gita. Oh, no, honestly, how many work you have completely stopped it, left hand try to come and listening. This is the nityam, the everyday country listening. Такой человек, который на самом деле служит так Бхагавата, он думает, ой, сейчас в храме начинает петь киртаны. Почему я не там? Сейчас вот Индумохан Прабху начинает читать Бхагаватам. Он откладывает все свои обязанности, просто бежит послушать Бхагаватам. Yes. So this is the... But if you listening this is like Bhagavata Katha, then what happening? Then slowly, nashta prayasu abhadresu. All kind of anartha slowly moving. And all kind of nama parat, dham parat, so is moving this, all kind of one, listening, every anartha slowly moving, anartha. И вот так в результате слушания Харикатхой, с таким желанием Харикатха, делает Бхагаватам, делает свое дело, он очищает наше сердце от анарт,
он начинает очищать постепенно, убирает все оскорбления, которые делает аппарат, и наше сердце становится уже Then Bhagavat Bhakti Bhavati Nashtiki, then your Bhakti become Nishta Bhakti. The Artham become Nishta Bhakti. Nishta Bhakti meaning then your completely your heart one pointed. If coming any kind of situation, then you are never, even you left the father, mother, boyfriend, girl, every kind of left, but you cannot leave this Bhakti. И вот тогда вы достигаете такого состояния, которое называется бхакти-ништа, не бхакти-ништа, когда вы, для вас это стало самой вашей жизнью, самой вашим существованием. И какие бы ни были, например, опасные ситуации, вы можете пожертвовать даже своими другими, как близкими для вас вещами, можете пожертвовать своей жизнью, семьей, родителями, детьми, но вы уже никогда не сможете отказаться от бхакти. Это происходит в результате вот такого правильного слушания Бхагавата. Now Srimad Bhagavat, you know, they are explaining, explaining is the how many kind of incarnation of Lord Krishna. Затем Бхагаватам дает описание о том, какие инкарнации Господа Кришны. Yeah. This is they're telling 24 the incarnation of Lord Krishna. 24. 24 incarnation of Krishna. Yeah, this is the first telling is the Chatusan is the first incarnation. Первый из них это четыре сына Брама, Chatusan. Yeah. Chatusan, they are when Brahma he wanted creation, and the first is Chatusan is the creation to first Chatusan. Первое, что сотворил Господь Брама, это появилось четыре сыновья, четыре кума. Yeah. What is some speciality of the Chatusan? Chatusan speciality is that. From mind, yeah. Huh? From mind, yeah. So their speciality is this is the Manas Putra, and he also telling Krishna Katha Matrika Jivanam. This life soul only katha. Without katha, they cannot stay in. If somebody chants telling harikatha, then it tries telling every harikatha. If not there, there are four kumar. Then what happens? One is the becomes a vyas, and the three sit down and always listen to harikatha. This life, this without roti cannot stay. Like they are without harikatha, they cannot stay. Эти сыновья Брамы, четыре кумаров. Были порождены умом Брама, они породились из ума. И они не могут жить без харикатхи. Их четверо, и все свое время проводят так, кто-то из них читает харикатху, а три остальные слушают. Вот так они живут в харикатхе. So always this age, only 5 old age, not enough 6, always they look like 5 old age, always they are. Они всегда получают благословение, они как всегда в 5-летнем возрасте, никогда не достигают 6 лет. Yeah. Well, why, you know, they are always, our, after us, you are listening, you know, this is sun, this is not sun, this is the call, day, you know. And when the sun set, then our time is completely waste. Telling whose time we are not waste, how many times you listen to this Harikatha, doing bhajan, only that time not in the best. Lot of all time you are to come to best. Who said this? Huh? This is Sutta Goswami. Sutta Goswami говорит, каждый раз, когда солнце проходит по небосклону, она отмеряет наш следующий день, который уходит бесследно. Но лишь то время, солнце лишь тогда на нас не действует, время тогда на нас не действует, когда мы слушаем Харикатху. То есть, когда вы слушаете Харикатху, вы не старитесь. Yeah, so they're always aging the 5. So they're telling the second. Yeah, then second is the Bhagavan Varaha avatar. Потом следующий аватар это Бхагаван Вараха аватар. Then third incarnation is the Narada. Третья Нарада муни. Yeah, you are know everybody Narada. Вы все знаете Нараду. Yeah, who is the Narada? Кто такой Нарада? Великий мудрец. Yeah, this is the Narad. This is name is the Narad. What is the meaning of Narad? Что означает Narada? Yeah, Nar meaning Ras.
Да, meaning who is everybody gets this рас. Нарада обозначает нар, раса, да, тот, который дает расу. Like нар, meaning this is the material attachment. Да, meaning we the cut this all material. Также обозначает нар, это материальные привязанности, а да, тот, который обрезает их. Yeah. So if associates of anybody Narad, you know, our all attachment, material attachment, he cut the all. Если мы встретим Нарада, он сразу нас порежет на наши материальные привязанности. And Narad, you know, when Narada he took bath, what happening? One country, they were never coming rain, never were dry. But when Narada he took bath, he was the devotee, then start to rain, heavy rain is the coming. Then that term Jyotish, they kept this Narada. Well, why? Nar meaning water, da meaning we get the water. And when he took bath, everywhere became water. Mm-hmm. Как родился Нарада Муни? В его стране была очень долгая засуха, и люди просто изнывали без воды уже. Но когда родился Нарада, полил сильный дождь, и поэтому назвали Нарада. Нарада также говорится Нара, вода, да, которая дает воду. Yeah. So Narada is the, no, when Dakshya Prajapati he created this, you know, creation. Lord gave order to start the creation. First he take bath in 10,000 sun. And send to, before rule, everybody go to study and send to Narad. But Narad is a great devotee. So when he go to Narad, he teach to so many things. But when this finishing the study, the finishing now want coming to return. Return then Dakshya Prajapati told, now you go to this material wall. You go to this material wall, you go in. This is the, so necessary, you know something, that without this sansar is very dangerous. Then he do some very, very crooked question he doing. Когда Брама, для того, чтобы начать творение, породил 10 000 сыновей и отправил их на воспитание на роде. Такова традиция до того, как семейный человек должен вступить в семейную жизнь. До этого он должен получить духовное образование, иначе он не сможет правильно жить. И поэтому Брама отправил их к Нараде. Они проучились у Нарады, у этого великого мудреца. И в конце они задали вопросы Нараде. Очень сложные вопросы. Нарада им задал крупный вопрос. First question is that, can you give answer? This first question is the, who is Chakra? Nobody moving, but he himself is moving. Who is this chakra? Он сначала спросил, что это за чакра, которую никто не раскручивает, она сама крутится. Okay. Скажите. Анахата. Анахата. Говорит рождение смерти. Счастье сансара. This is the Kala Chakra. Это время. Время. Время means Kala Chakra. Kala, время. Kala Chakra means Brahma. Yeah, this is the Kala Chakra. Временной цикл. Like this, you are to birth, but slowly growing. Here, slowly become old and die, you know. So this is the, this. Nobody, you know, nobody moving, but easily the moving. Now once become old, Ram Nam Sakti. То есть мы не управляем этим процессом. Этот цикл раскручивается с каждым. Он рождается, вырастает, взрослеет, стареет и умирает. Yeah. Then the second question, well, who is some swan? He telling very surprised word he telling. Затем Нарада спрашивает, а что это за лебедь, который удивительные слова произносит? Your answer? So, this is the scripture, you know? Mm-hmm. Our Ved, Quran, Bhagavad, they are telling very surprise thing. Well, what is this surprise thing? You are telling, this is the house belongs to me, I am God, this paper in one hand, and this is my wife. He is my children, he is my father, he is my mother, you know. He is telling always, but this our Ved, Upanishad, no, this is the complete.
lie thing. Father tells this a lie, this is not the truth. A wise one. Huh? Wise one. They have a form of swan? No. The scripture is the swan Hansa. The swan means Hansa. Hansa means the scripture. Итак, что это за лебедь, который рассказывает удивительные вещи? Это Писание. Мы считаем, вот этот дом принадлежит мне, вот мои документы, дом принадлежит мне. Кто не верит? Вот это моя жена, вот у меня в паспорте написано, вот это моя жена, вот это мои дети, вот это мои родственники, у меня все документы есть. А Писание почему-то говорят, что это ложь. Вот это, в этом их удивительные вещи. Well, Shastra, Shastra is telling, no, this is a lie, this is not your house. He refused, you come, only some days you come here. And whom you are telling this, your mother, father is a complete lie. So you are came from this Golok Vrindavan, back to Godhead, you know. Where once go, jat gatva nannibartante, your original house is the Golok Vrindavan, the house. You forget to learn, you came to here, so refuge only for some days here. Not this is not your original place, who is telling, I am father, mother, this is a complete lie. А шастры говорят, нет, ты ошибаешься. На самом деле, место, в котором ты живешь, твое временное место пребывания. Твой настоящий дом — это Голока Вриндаван. То, кого ты считаешь своей семьей, это просто временные знакомых, которых ты сейчас видишь. Они не твоя настоящая семья. Твоя настоящая семья там, на Голоке Вриндавана. То есть вот так говорят шастры. Yeah, then third question is that you can tell him what is the order of our father. Третий вопрос. В чем заключается указание отца? What is the order of father? В чем заключается указание отца? Then they are telling our father sent to us for study in school. So our father tells, well, no, this is you're not father. И тогда сыновья отвечают, наш отец послал нас, чтобы мы получили у вас образование в школе. Yeah. Он говорит, нет, это не ваш отец. Yeah. And your father is the Krishna. So Krishna telling Bhagavad Gita, Pita Ahamasya Jagat Dhata Mata Pita Maha. I am father, mother, brother, everything about everybody. So he is our original father. But what is his order for us? What he gave to order to us? His order is the Sarvadharman Paritya Mam Ekam Sarnam Braja. This is the order. This order is the Manmana Bhava, Mad Bhakta Bhava, Mam Jaji, Mam Namaskar. This is the order of our father. И тогда Нарада Муни говорит, нет, говорит, Брама, это не ваш настоящий отец. Ваш настоящий отец... This is the close. Ваш настоящий отец — это Кришна. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что я и отец, и мать для всех живых существ. И в чему... Какое указание нашего настоящего отца? Он говорит, сарва дарма паритадя, вам нужно оставить все и предаться мне. Он говорит, ман манабава мадбакто, вам нужно отдать мне полностью, целиком и полностью свое сердце. Вам нужно стать моими преданными, вам нужно служить и поклоняться мне. Вот это указание вашего отца. Yeah. So this is the order. And this is scripture what he gave order. He ordered smartabha satatam visno bismartabha najatu chitati. This is only one order. What is the order? Always you think to me and you don't forget to me. This is only this order. То есть его главное указание в том, что всегда думай обо мне, никогда не забывай обо мне. Yeah? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Рама, Рама, Хари. Вот в этом есть указание. Это yes. Есть указание. So Mahaprabhu telling, ki sayane, ki bhojane, ki va jagarane. When sleeping, when walking, when eating, always telling, Hare Krishna. Когда вы идете, когда спите, когда отдыхаете, всегда повторяйте. Hare Rama, Hare Rama, Рама, Хари. Only this is the order. If only follow the only one order, our life becomes successful. Он говорит, вот это главное указание. Если следовать только ему, вся жизнь будет успешна у нас. Yeah. So this is the telling. Who if doing like this is doing the Uttam Bhagavata. Так делает Uttam Bhagavata. Yeah.
So this is the then he doing fourth question. Well, who is whole? If once entered there, he cannot come out. What is this hole? Затем Нарада спрашивает, есть ли такая яма, попав в которую ты уже не можешь выбраться? Telling this material world, you know, this material world, this family life. Once you enter, very difficult to again it came out. You may be thinking when this responsibility full, then I can free. But then you got no three responsibility in front of you. This one problem, not solve high problem. Your problem slowly will complete can observe there. Narada объясняет, это мирская семейная жизнь, в том, когда человек, попадая в которую, он скользит все ниже и ниже в ней, он решает одну проблему, получает новых много, при нем думает, вот это я ответственность возьму на себя, но за это ответственность еще другая, это все его скатывает, это про мирскую семейную жизнь, говорится, он скатывает до самого дна, из которой сложно выбраться. Another way. When we enter cannot come out, this is not meaning Krishna jat gatva na nivartante. He once jeev came to me, this Goloka Vrindavan, again he did not return from there. This one another way when this enter this material not came out, but when go to Goloka Vrindavan, never not came to другое объяснение этого о том, что если такое отверстие, из которого нельзя выйти, это если ты попал на Голоку Вриндаван, обратно ты уже не возвращаешься. Yeah, like this is, he took so many questions, so many nice questions. And when Narada, when he hearing this thing, you know, when they are the, hearing this thing, yeah, then they are telling, oh no, don't want more material life, I want to bhajan. Then I do bhajan, then Narada, he was able to bhajan. So Gurudev, you are hearing everything. But without mercy of a Vaishnava, it's not happening anything. So give mercy to the Narada, this head, hand. He gave the head of this all sons, that everybody became sadhu. И после этого сыновья задумались, после этих вопросов сказали, нет, Гурудев, тогда мы не хотим сейчас становиться семейными людьми. Мы хотим всю свою жизнь посвятить с жизни саду, то есть мы хотим всегда служить только Богу. Пожалуйста, дайте нам свои благословения, потому что без благословения Вайшнавы это невозможно. И так Нарада положил им свои ладони на голову. Yeah, like this. Они стали саду. Yes. So this Narada have four disciples. Two is the boy and two is the old. Two is the boy, is the one is the Prahlad, one is the Dhruva Maharaj. They are very such a powerful this Narada, only 5-year-old age, they are asking the Lord. У Нарада есть четыре прославленных ученика, и там два мальчика, маленьких мальчика и два уже взрослых человека. Вот первые два мальчика это Прохлада и Друва. Yeah. And they're called the two is the old this disciple. One is the Vyasadev, another is the Valmiki, you know. They are writing, Valmiki writing complete Ramayana, you know. Ramayana he writing. Before he have very sinful activities, maybe they are know how he to kill to everybody, very sinful activities person. But when association of Narada is completely changed, before coming Ram, he writing this Valmiki, Ramayana. And another is the Sri Vyasadev. Now after you are hearing how this Vyasadev written Srimad Bhagavat, the two disciples, old disciples writing two scriptures, but this two scripture is very, very, you know, very, very what, nice scripture for us. А два взрослых ученика у Нарады, это первый Вальмики, разбойник, убийца и вор. Но по милости Нарады он стал великим саду и подарил миру Рамайну. А второй его взрослый ученик – это Вьясадев. Вьясадев, по милости Нарады, подарил Шримад Бхагаватам. Таким образом, ученики Нарады подарили эти два высших писания – Рамайну и Вьясадев подарил всю ведическую литературу, включая Шримад Бхагаватам.
Yes, that too. So that like this, lots of so many incarnation. He is this Narad, then is the Nar Narayan. You heard, ne? Nar. Следующая инкарнация Нара Нараяна. Yeah, they are doing ecstasy. They are doing ecstasy to the Himalaya. They are doing ecstasy to this is the they are doing ecstasy to higher ecstasy. Бадрикаш. Бадрикаш. Нара Нараяна совершает вечно свои аскезы в Бадрикашраме, в Гималаях. Yes. Now question why? Yesterday you are living with it. That why is the Lord doing ecstasy? Why? Итак, зачем Богу приходится совершать аскезы? So once Narad, you know, once Narad, he went to, then once Narad came this material world, and when he came, and everybody asked, how are you? What is your language? А, как у тебя дела? Yes. Как дела? Как дела? Then everybody, you know, everybody outside is okay, but when asking the inside, anybody not in happiness this world. Everybody, so many, not one problem, this is the many, many problems. If you're hearing one person's problem, your headache becomes headache, no? She said, anybody not happy this material, everybody the anabi, anabi. And when he went to Vaikuntha, then he said, Narayan is so happy, sleeping under the bed of this Anantarajya, Lakshmi is doing massage, all demi were doing nice words, he was so happy there. Итак, однажды Нарада посещал землю и спрашивал людей, как дела? Вот, и все говорили, превосходно. Вот, но на самом деле Нарада просто не мог видеть о том, какие у них превосходные дела. Но он говорит, что так много проблем у этих людей, так много мучений, что если даже просто одного человека послушать о его жизни, то головная боль появится, не, просто не выдержишь этого. И при этом все это превосходно. Вот. И тогда Нарада вернулся на Вайкунху, увидел там, где Нараяна лежит, отдыхает, на Анантаджиши, как на большой мягкой софе, на Лакшми массирует ему стопы. Ну, в общем, и Нарада сказал, недовольный. Yeah, telling Prabhu, you creation this material world, and they are everybody suffering, and you are very happy here. Yeah? Yeah? Then Narayan tell what can I do? Le Prabhu, without your bhajan, anybody cannot stay in peaceful life this material world. If somebody doing your bhajan, then somebody happy. But they are always followed to their hida with some superior person, you know, superior person. You are the supreme person of Godhead. What are you doing? If looking you and everybody follow to you, well, what are you doing, Narayan? You are sleeping in a nice bed with your wife, you know, very happy. Everybody think if Narayan take always this wife, stay, very, heartily. Always with this wife, you also take one wife, always staying with your wife, happy. Yeah? So he follow to you. Well, Narada, what do you want? Tell me. Tell it clear. Well, Prabhu, when you doing some bhajan, everybody when you are also doing bhajan, then living under a type doing bhajan, so you have to be some bhajan. Нарада такой недовольный сказал, ну вот, Прабху, вы тут счастливо тут лежите, а там внизу очень сильно мучается. Какой вы пример подаете другим людям? Они же следуют вам во всем, чем вы занимаетесь, тем и они живут. Если они видят, что вы тут живете все время с женой, счастливо спите вместе, ничем больше не занимаетесь. Ну и они для них это тогда предел мечтанием становится, для образом жизни. Американская мечта. Если вот вы покажете пример о том, что как нужно правильно. Они же не могут решить свои проблемы. Они же не знают о том, что только с баджане жизнь может быть спокойной. Они же не знают о том, что они должны осознать прийти к вам. Тогда Нараяна говорит, ну хорошо, скажи, Нарада, что я должен делать? Он говорит, если бы вы показали пример, если бы вы стали совершать свой баджан, да, все другие, глядя на вас, тоже стали совершать свой баджан. Yes, now Narayana, now will okay, I can do bhajan. Now Narayana go to Badrinath and start to do bhajan to there. So
So now Narayan, he thinks, this Kali Yuga Jeev is very difficult to do bhajan. I am doing bhajan for this Jeev. If somebody coming to me and take darshan to me, then why are you doing bhajan? This 6%, you know, this person, all bhajan he easily got. И Нараяна отправился в Бадрик Ашрам и стал совершать там аскезы. Он думал, что ну, у людей в Кали-Югу нет силы совершать эти аскезы. Однако те, кто придут ко мне и получат мой даршан, получат 1/6 моих аскез. Поэтому можно сделать туда поездку в Гималайи, чтобы получить даршан Нараяны, получить эти результаты этих аскез. Можно приехать в Индию, и Махарадж отвезет нас в Гималайи к Нараяне. And very, very beautiful decoration, very nice decoration. Their Ganges, Alakananda is coming there. Там очень красивый поток Ганги, Алакананда. And there Saraswati also manifested Sarasvati there. And where Vyas sit down writing Bhagavatam. And there very beautiful mountain, coming stream, water stream. Там прекрасные горы, водопады. You know, there very, very beautiful scenery, very nice. Очень красивое место. This is the place of, you know, all Rishi Muni who are doing very great austerity. If you will say when, then many Russians will come to that time, Maharaj. You just can say now when you want to do this parikrama. Okay, after we make some program. Okay. Потом, говорит, попозже скажут. Хорошо? And they are coming with Yamuna, you know, Yamuna Nadi manifested there. Ganges manifested there. Yamuna Utri, там, откуда Ганга начинает течь, откуда Yamuna начинает течь. And where is the Shankar, he doing bhajan. Shankar совершает свой bhajan. And Narayana doing bhajan. Yeah. And very, 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 very nice place, India, very beautiful. Очень удивительное место там. And when you go, maybe feeling, oh, coming on heavenly planet. И когда вы там появитесь, вы подумаете о том, что вы попали на небесную планету. Хорошо? So, Hare Krishna, like this, telling that Lord have so many incarnations. Итак, у Господа много инкарнаций. Then is the Kapil, следующий Kapil, Dattatreya, Kapila, Dattatreya, Jagya, записывайте. Jagya, then Jagya, Rishab, Prithu, Matsya, Kurma, Dhanantari, Mohini, Nrisingha, Vaman, Parshuram, Vedavyas, Ram, Krishna, Buddha, Kalki, writing all names. I can maybe repeat How many are names? So maybe 3-4 names. Huh? From the beginning. Narayana. Kapil. Kapil. Then Dattatreya. Dattatreya. In Russian, that's Jagya. Jagya, то есть огонь. Rishab. Ришабдев, Притху, Матса, okay, Курма, Дханвантари, Дханвантари на русском это написано. Мохини, Нрисингха, Баман, Парсурам, Vedavyas, Ram, Krishna, Buddha, Kalki, okay? Buddha, Kalki. Now, when Sri Suta Goswami, now he counting how many incarnations of Lord Krishna. Now he telling how many incarnations. But when he telling, then he told Krishna also one incarnation. Yes, when telling incarnation,
Now Sutta Goswami said, oh, I am doing so hard. I tell Krishna is the one incarnation. But Krishna is not incarnation. So who is the Krishna? Well, he is the supreme personality of Godhead. He is the original of everybody. Сута Госвами, когда перечислял инкарнацию, упомянул там Кришну. А потом он задумался, ну зачем я Кришну сюда ставил? И поэтому в следующем стихе он начинает его выделять, потому что Кришна это не просто одна инкарнация наряду с другими, это источник всех инкарнаций. Поэтому он о нем в следующем стихе говорит отдельно. Yes, Krishna not incarnation. Who is the Krishna? You know, then give example. He give example like this. Maybe some festival is going here. You are follow some festival. You are here also. This Prabhu Hindu, how the Hindu? Hindu Mohan. Hindu Mohan Prabhu, he invited some devotees or here some person invited. Oh, today the Janmashtami, everybody came to prasad. He also invited with the Prime Minister also he invited. You know, now what happening? Everybody there came. Everybody sitting one line. Everybody, you know, everybody. But this is Prime Minister, he also invited him, but he also come and sit the ordinary people between the. Now he is the Prime Minister, he also sitting with the ordinary person, then what? When you coming here, you come here, mm-hmm. Then take some special asana, keep to there and nicely he fed to him. Это как, например, если вы проводите большой праздник, приглашаете много знаменитых людей наряду с премьер-министром в будущем, и приглашаете их всех на просад, а мы садились, и потом заметили, что у премьер-министра посадили со всеми остальными. Это неправильно, поэтому вы говорите, вы и сюда, здесь у вас отдельное место, вы его усаживаете отдельно, угощаете его просадом. Вот точно так же поступает Сута Госвами. What you told it, just after I told it, that like this, Sutta Goswami doing. Sutta Goswami? Doing. What doing? Like this. What this? Like to put for Prime Minister a special position. So now for him, you know, he gave special position and then he telling one slope for. He telling, ete chansa kalapunsa. Remembering anybody? Помните этот стих, ete chansa kalapunsa? Важный стих записываем. Чанса калапунса, Кришнасту Бхагаван Свайам, Индрари Бьякула Локам, Мридхаянти Юге Юге. Yeah? So necessary. Prabhu, you know this slok, Prabhu? Вы же знаете этот стих? Из юга в югу. Это чанса калапунса, Кришнасту Бхагаван Свайам. I think this Prabhu, no? Калапунса. Kalapunsa. Krishna's if possible this Prabhu, you know, someday if keeps some like this some holiday time, keep some brahmachari here, someday can be Rupa Sanatana staying with our Parameswari Prabhu, you know. Then he important slowly try remembering him and all Siddhanta, you know, this class mm-hmm. is very important class. Maharaj Vam говорит, вам нужно на какое-то время оставить здесь брамачари, пожертвовать своим присутствием, то есть приехать в Рупа Санатана и подучиться сейчас у Парамешвари Прабу в Рупа Санатане. Тогда вы будете очень подготовлены в этом отношении. Он там воспитывает мальчишек, и вот там он просто суперски объясняет, им глубоко объясняет эти шлоки, они вообще много всего знают, Сиддханту. And every day he can give slok like one student, you know, teach some student. Все те, кто хотят получить самое лучшее образование, им нужно сейчас приехать в Рупа Санатану, у Парамешвари Прабху, какое-то время с ним пожить, как он живет, за ним с эту садхану поповторять и слушать его. Understand? Yeah? Some time he wants to come. Yeah. He's a very good. If someday stay all Siddhanta, you become perfect, you know. Он просто если даже какое-то время поживете с ним, а Сиддханта будет превосходным. And also how teach to some boy. И вы увидите о том, как мальчишек воспитывать. And he also learned this thing, how teach to some boy. Очень важно просто видеть, как делает это мастер. Then if you know, why this bhakti, our life not bhakti is the name, our life from bhakti, not any else. So if not some Vaishnava etiquette, some Vaishnava Siddhanta, then you can teach to all everybody, you know, here
Everybody. Он говорит, наша жизнь она только для бхакти предназначена, поэтому очень хорошо иметь для себя хороший пример, как это делает эта бхакти. And then what happening? Like this, our Gurudev, some older disciple, some Gurudev. When somebody gave a nice class, gave a class, what happening? Then everybody easily coming. Why? They are telling some special harikatha, you know. Вот говорит, как у ученики Гурудева, которые получили у него большое воспитание. Как легко люди, с каким удовольствием люди приходят от него слушать харикатху. Почему? Потому что они прошли вот такую воспитательную подготовку. Yeah. So, understand? Yeah. So necessary know our all Gauri, all Siddhanta. Очень важно знать, как здесь. А потом будете по одному мальчишек отправлять туда на воспитание тоже. А если только неделю, я там, допустим, буду, ну, я смогу там побыть. Только одну неделю получится. Может, две, ну, у меня месяц просто там дней 50 будет, и хочется есть пробуджу, побыть и... Подварить, а это... Насколько вы хотите? He wants to come for 50 days, but he said, I have a desire to be a little bit with Prabhuji, a little bit here, a little bit here, a little bit here. So if 10 days will be okay. If he proper learning something, you know, he can go somewhere, but if saying fix one place, then can pursue learn something without going. Он говорит, можно, конечно, выбрать так, что вот посещать различные места, просто как паломничество, общаться с вайшнавами и все остальное. Но если чему-то хотите научиться, вот именно вот если вы поставите, вот я вот именно хочу учиться, то для этого нужно одно конкретное место со всеми благоприятными условиями, чтобы действительно этому научиться. Во время переездов и всего остального это неправда невозможно. Хорошо. Просто выберите либо так, либо так. Можете поехать, конечно, в Джаганатхапури, в Навадвипу, в разные места посещать, как бы. Но если хотите реально что-то очень много выучить, то нужно это делать в одном месте. Хочется все посмотреть, я ни разу не был. Ну, можно съездить первый раз, просто посмотреть. He said, I just want to see some places, holy places. Yeah, he can go to darshan holy places and come to stay one place. Then learning, that can learn something. Not without can not learn. Без того, чтобы жить в одном месте, невозможно выучиться. Хорошо. Хорошо. Now listening. Why Krishna is the supreme personality of Godhead? А теперь будем слушать, почему Кришна это верховная личность Бога. Okay, then Indu Bhushan Prabhu telling something about why Krishna is supreme personal Godhead. Каким образом Кришна является верховной личностью Бога? Рассказывайте. Докажите нам, пожалуйста. Then he think, okay. Вы пока подумайте по Кирсан Махараджу. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare 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 Rama Hare 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 Rama Rama Hare 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 Hare
Sridhar Maharaj. Я не буду гадать. Вы рассказываете чай-то. Лучше я послушаю. Хорошо. Каждый. He said, I don't want to speak from my own speculation. I want to know how properly to speak. Properly? Because he knows everything. He gave classes and everything. Нет, вы все знаете. Вот тут лекции даете. I'm just reading Gurudev's classes, Maharaj. No, this is Jaiva Dharma, no? They are Jaiva Dharma, they are Dasmul Tattva Jaiva Dharma. Mm-hmm. The Dasmul Tattva, they are one is the, you know, this is the Amnaya Pravata to Harimiyam, Sarva Sakti Mirasabdi, Tad Vivirna, so there is the... 13 глава Jaiva Dharma начинает описывать о том, что Кришна – это Верховная Личность Бога и дает доказательства от этого. Там все важные стихи, основные важные стихи представлены. Харивиham Парамам. Хай Хари – это Парамататтва. Там говорится Хари Махапарам, почему именно Хари является, Господь Хари является Высшей Абсолютной Истиной. Джавидарма? Но Джавидарма. Россия, публик сад Джавидарма. It is not authority, not Gurudev's Джавидарма, some kind of there is, but this soon will come first volume of Джавидарма, first part of Джавидарма. Давадар Махарад сейчас ездил с собой, возил в Но это не Гурудева Джайвадарма. Она не совсем тоже читание. Искон not clear. All from Искон coming to Гурудев to ask what is written inside. Nobody can understand. This year the first part of Джавадарма will come Шила Гурудева. Ну там не само 13 глава, не 13 глава, в третьей части идет там. I bring Джавадарма. Сейчас он принесет Джавадарма будет. У меня тоже есть. Ну это... В принципе, там много, а вот я когда сравнивала, сейчас вот меня просили переводить эти главы, то есть смысл в многих местах он совпадает, то есть, ну просто тот переводчик, он много от себя там дописывает, вот в этом проблема. Так как, если ты переводишь, то у тебя должно быть соответствующее образование, чтобы ты прекрасно понимал, о чем говорится. И если у тебя нет такого образования, ты волей-неволей все равно это на своем уровне объясняешь. И поэтому неточности возникают. This Sutta Goswami telling Eticha Ansa Kalapunsa. Yeah, he telling now you are telling the 24 incarnation. There everybody, somebody there answer and somebody answers some kala. But home punsa means the Purusa Avatar. Our incarnation coming to see Purusa Avatar coming. But this is Krishna. Mohini Purusa Avatar. Mohini, one of the 24th incarnation, Mohini. Yeah. That coming, everybody comes, you know, Karna the Sai Vishnu, everybody comes, this everybody Karna Sai Vishnu. Mm-hmm. But the Krishna, who is the Krishna? The Krishna is the Bhagavan, Swayam Bhagavan, he is the complete Bhagavan, he is the Krishna. Mm-hmm. В общем, вот этот стих, почему Махараджа стал спрашивать, это чамсе калам пумсам, означает, что то, что я перечислил, говорю, Сута Госвами, это части, полные части и части полных частей. Это его амши. Но Кришна сту Бхагаван Своям. А Кришна – это Верховная Личность Бога. Yes. Now, they are, you know, they are telling Своям. They are one committing the Своям. What is the meaning is Своям? Telling Своям meaning is the, you know, without take shelter, who is the complete? Without take shelter, who is the complete?
give example like this one, you know, one. This one, he never takes shelter any another 2, 3, 4, 5, 1 until it is completely full. But when take 2, then 1, 1 become 2. When 3, 2, 1 become 3. 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4. All Sankhya takes somebody shelter, you know. But when take 1, he never takes shelter. 1 is complete. So like this Krishna, without taking shelter, he is completely Krishna. То есть, когда он Кришна, стул, Бхагаван, Свая, Ям, то есть ко всем амшам тоже ставится титул Бхагаван. Но только Кришне ставят Свая, Ям, Бхагаван. Сам, сама Верховная Личность Бога. И вот этот Сваям, он указывает на то, что он источник. От него все произошло. Он в других не требуется, другие от него зависят. Даже как единица. Единице никто не нужен, то есть она ничего не зависит. Но все остальные цифры, это уже происходит из единицы. Два – это две единицы, три – это три единицы. А сама единица, она сама по себе независима, она начало всех цифр. Yeah, so this, that they're telling this is the Krishna, you know, that they're telling this Krishna have some special quality, the Krishna. There are four special quality. Who is qualified never in jiva, never any demigod, never any demigodess, mm-hmm. never mm-hmm. Brahma Sandra mm-hmm. only, not in incarnation only Krishna, this is four quality mm-hmm. Krishna. Like this tell all jiva 50 quality, yeah? Mm-hmm. Very, very small, small. And this is the this 50 quality more some mm-hmm. present is the demigod. Demigod. You know to tell this tell this. Jaiva Dharmi. Там описывается очень наглядным примером о том, что вот, например, у Джи, у них 50 качеств, и они прям перечислены. И оно очевидно, видишь. Потом дополнительные 5 качеств ты уже видишь, есть только у самых главных полубогов. Следующие 5 качеств видишь только у Вишну. И следующие 5 качеств, то есть каждый последующий по уровню, он сочетает в себя все предыдущие качества, и эти качества, они увеличиваются. То есть там дживы 50 качеств, потом главные полубоги 5 качеств, 5 качеств Вишны, и потом 4 качества, которые есть только у Кришны, их ни у кого больше нету. То есть он в качественном отношении, он занимает более высокое положение. И в количественном. Yes. Are you want me to just to speak all the qualities? Just? I don't remember all the qualities like this. No, not necessarily. I'm telling you, what is this four quality Krishna special quality? Четыре его исключительные качества это рупа мадхури, према мадхури, лила мадхури и вену мадхури. То есть вначале там идут различные качества, которые мы видим в джива, потом видим качество о том, как полубоги, о том, что они вечно юны, никогда не стареют, там ряд качеств. Потом мы видим о том, что Вишну, он может создавать, не то другие создавать, но Вишну создает, то, делает, занимается творением, а потом описывает Кришну, в котором говорит, with example of Шарупа Госвами, например, взять Лила Мадури. Лила Мадури Кришна. Когда Кришна совершает танец раса, то есть описание в Бхагаватам, то за этот танец раса длился всю ночь Господа Брама. Только он способен на это. И луна совершенно не двигалась с места всю ночь Господа Брама. Потом другое Лила Мадури, это когда например, вену мадури. Потом вену мадури. Когда Кришна играет на флейте, он на меня способен, единственный, кто может изменить природу любого живого существа своей флейты. То есть все жидкое становится твердым, все твердое становится жидким. Когда Кришна играет на флейте, под ним плавятся камни. Камятся плавни под теми, например, там, как мы на Пахаре, где были, там
можно стопы Кришны и стопы там коров, там животных, все это разное. Когда Кришна играет на флейте, то она настолько мощная, что у нее и тех, кто их слышит, от них такая сила идет, что под ними плавятся камни. Сам, даже камни, она меняет природу камней, даже на камни воздействует, изменяет природу. Далее, прямо Рупа Мадхури. Рупа Мадхури, то есть только лишь Рупа Мадхури, я думаю. А, да, есть. Рупа Мадхури. Именно описывая Бхагаватам, опять же, есть доказательства того, что, что у Кришны самая высшая красота. Даже сам Господь Вишну устраивает однажды так, что хочет получить даршан Кришны. Он тогда воруется на вья у брамана одного, и Кришна с Арджуной идет их спасать. И потом, когда они доходят до Гарбхадакаша Вишну, Вишна говорит: «Я все это сделал ради того, чтобы получить ваш даршан». То есть даже сам Вишну описывает самый прекрасный, но даже сам Вишну, он привлекается, привлекается красотой Кришны. Мало того, да, даже Дваракадиш Кришна, когда он привлекается красотой Кришны во Вриндаване, даже Мадхуреш, даже Кришна во Вриндаване, когда он смотрит в свое зеркало, он забывает о том, кто есть кто, и хочет любить этого юношу, хочет обнять этого юношу. Тогда вот у него появляется желание как бы испытать любовь Шримати Радхе. Даже сам Кришна привлекается его красотой. Вот такая красота. Это качество Кришны, Рупа Мадхури. Потом Према Мадхури. Према Мадхури — это когда как Кришна совершает любовь к Кришне не сравнится ни к кому другому, никакой другой инкарнации. Сама Лакшми уходит от Нараяны для того, чтобы обрести эту любовь к Кришне. Потом гопи, когда смотрят на Кришну, то они проклинают Брама за то, что у них моргают веки. И гопи, когда танцуют танец расы, то для них вся ночь Брама, которая длится 4 миллиарда 300 тысяч лет, оно как одно мгновение, как будто вот только танец раз начался и сразу закончился. Вот это вот удивительные качества, указанные в Шримад Бхагаватам, которых нет ни у кого больше. Yeah, and Krishna, maybe you know, what is the definition of Lord, you know? Что такое определение Бога? Yeah, you know? Знаете? You know what is the definition of life? Вот если, например, скажем, кто такой Бог? Вот есть определение, вы знаете определение Бога? У Господа есть три характеристики, как можно узнать, нет? What is it? God has three qualities. What is quality? Что за три качества? Ишвара, потом Верховный управляющий, то, что он все имеет, Асара Карана Карана, и то, что он управляет. Okay, this is the one thing, okay? Можно так, but Italy, но есть определение конкретно. His name is the Bhagavan. Важное шлока сейчас будет. Bhagavan. You know, this is Bhagavan. Bhag meaning opulence. Bhag, who is the half is opulence. Mm-hmm. Well, what is this opulence? Telling this stuff. Lord is the sixth opulence. Mm-hmm. If Lord is the sixth opulence, then is the God. Mm-hmm. Итак, важный стих, который нужно запомнить, это Ашварьяся Самаграсия. Нужно будет найти. Это определение Бхагавана. Там говорится, Бхагаван, Бог, это тот, у которого шесть видов качеств или шесть видов богатств, бхага. Бхагаван, Ван — это владелец, вот эти шесть видов богат, достоин. Ашварьяся, Самаграсия. No, this is slow. Everybody try. Всем нужно выучить okay. Этот стих, чтобы знали определение. Ашварьяся, Самаграсия. Ашварьяся,
Samagrasasya. Samagrasasya. Birjasya. Virasya yashayak shriya. Virasya yashayak shriya. Virasya jasasaha. Sriya. Jnanam. You know this slow? You can take it. Yeah, Jnana Bairagya Saiva Sarnang Bhavaitingana. If somebody, this six quality, not little, completely, go with the present, completely, you know, then he is the Bhagavan. Если тот, кто заявляет о том, что он Бог, если у него этих качеств нет, он не является Богом. И если какой-то из них не в полной мере. And telling another poem, the Veda he telling, Om Purnamadaha, Purnamidam, you know? Из Упанишад, помните? You know, Purnasya, Purnamidam, Purnamadam, Purnamidam. Yeah, Purnasya, Purnamadaya, Purnam, this is the one slowly, the completely. If you complete, like a complete, is completely. If they take complete, this is the completely. Шри Упанишад, Шри Упанишад, первый стих. Yeah. So they are Bhagavad Gita, and they like this Brahma is telling Ishvara Parama Krishna. You know this slogan, you know? Стих первый, Брама Самхита, Ишвара Парама Кришна. You know this slogan, Ishvara Parama Krishna, Сатида, Нанда Виграха. Кто знает стих этот из Брама Самхиты? Yeah, Брама Самхита слоган. And there are so many slogans, Брама Самхита. Yeah, Prabhupada once tell necessary then this Brahma Sankhita is all slow. Once mm-hmm. he can give class here. You know? Mm-hmm. Brahma Sankhita is not in Russian. I'm preparing this, Maharaj. Huh? In Russian. В коротком варианте есть Брахма Сангхита. В коротком варианте. По Брахма Сангхита надо давать лекции, Махарадж говорит. В этом году я картики сделаю Брахма Сангхита в Гурудеве тоже. Если будет перевод, сможете сразу рисовать мне. Потому что Джайвадхан у меня есть на русском. Mm-hmm. Для лекции вот это достаточно вообще выбрать, ну так вот, которая есть маленькая, mm-hmm. там вот тоже. Now, the Saunakadrisi, yeah, Saunakadrisi, they are to question. Kitna samay ka class? До какого времени будем лекции? Я думаю, когда мы эти сабжи начнем. Знаешь, как ли? Здесь еще какой-то. Они не смогут приготовить сабджи, да? When you will give permission him to cook sabji for you, then after it will be cooked, then class will be finished. What? I don't understand. Okay. He has to cook sabji and then class will be finished. Sabji for you. What you telling? I understand what you telling. He, in the Mahaprabhu, will cook sabji now. And when sabji will be finished and offered, this time class will be finished. When? Oh, God, he is waiting your permission. What permission? Идите готовьте сабджи. Time taking. He will cook sabji only for you, a little bit. For everybody? Oh, for everyone, like just rice and dal today. Evening will be. Okay, Haribol. Okay. Now here coming, you know. Today we are telling you are going to outside. Yes. When? We ask Anand Gamajan like 1:30. 1:30 is coming here. Yeah. Because at 4 o'clock Kirtan will start, so yes. Like 2 hours to work. Okay. Tomorrow, what time will you leave? Tomorrow, our flight is 2 with something. I will ask, I think maybe around like 10, 11 we will go. Oh. So they want just morning, then you will give last instruction for brahmacharis, and then we will go. Now the Saunakadri sees, Saunakadri sees that to question to Sutta Goswami, question is that, Sri Bhagavata Sahita, why he is the Bhagavata is appeared, why this Bhagavata is appeared,
and who is the inspired to you can made this scripture, you can answer. Чона кариша аст ты Сютогасвами. Сютогасвами. Sonagada received their request into Sutta Goswami. Where scripture appeared, who is the inspired to them? Why it appeared this Srimad Bhagavatam? Шауна Кариша спрашивает у Сутта Госвами о том, как появилась Бхагаватам, для чего появилась Бхагаватам и какие обстоятельства появления Бхагаватам. Yes. So now coming question also, another question is that he has been Sukhdeva Goswami. He is the complete liberated soul, Sukhdeva Goswami. He cannot stay one place when Godhan, but milk it cow. He not, you know, only that time staying, he not stay. But how is it possible to listen to Bhagavad Gita? Sukhdeva Goswami. Telling Sukhdeva Goswami, he gave Bhagavad Gita 7 days. One place gave 7 days. Telling how is it possible he gave 7 days? Возникает вопрос, что Шукадев Госвами — это совершенно освобожденная личность. Он не приходит, не живет в домах с людьми. Он, если подходит кому-то, то это только лишь на время, когда доят корову, чтобы выпить молоко. Как же это получилось о том, что Шукадев Госвами в одном месте с целых 7 дней давал харикатху? And this Парикхит Махарад, he is not an ordinary person, he is the king of all world that time. Yeah, but he also left everything, sit down one plus 7 days. Then how he did make this possible? И как получилось так, что император всего мира отказался от своего престола и пошел слушать харикатху от Шукадев Госвами, Парикшит Махарадж? Yeah, then he telling, you know, now telling how this Vyasdev, he is the took bath. He telling this is the Tell it once, you know, that's the father's name. Parasarjisi. So once this Parasarjisi, he came to cross this Jamuna River, he came to Mathura. And when returned, when this no story, how will I tell this story? Итак, сначала начинают рассказывать о рождении Вьясадева. Однажды один великий риши, Параша Риши, переправлялся на лодке через Матхуру, на лодке через Ямуну, это там, где Матхура сейчас находится. И когда девушка, дочь лодочника Сатьявати, переправляла его на лодке на другой берег. Но так произошло, что посередине этой лодки от взгляда Параша Риши она почувствовала, что она забеременела. И тогда на одном из островов этой Ямуны у нее появился сразу ребенок. Это был Вьясадев, который родился из этого взгляда. И тогда Сатьявати она испугалась, потому что она же не замужем. Как она объяснит теперь этот ребенок, как бы все вот это чудо, которое произошло. И тогда Парашарис сказал, что ты не волнуйся, сына я заберу себе на воспитание, а ты выйдешь замуж, и я тебе даю благословение, ты выйдешь замуж за царя, и твой сын будет править дальше. Вот так родился Вьясадев на острове, на реке Ямуне. Now, you know, so his name is the Krishna Dvaipayan Veda Vyasa. Его называют Шри Кришна Двапайна Веда Вьяса. Why is his name Krishna Dvaipayana Veda Vyasa? Krishna Dvapayana. His incarnation of Bhagavan Dvapayana Bhagavan. So he's the Krishna, he look like this black, like this Krishna. So Krishna Dvaipayana meaning where he manifested, this is the deep, this is the top. Yes, I. And Veda meaning he took Vibhajan, he took, you know, the four Veda. Veda Vyasa meaning he took Vistar. Итак, его называют Шри Кришна Двапайна Веда Вьяса. Шри Кришна, потому что он выглядел совершенно так же, как Кришна. То есть он внешне выглядел как Кришна. Двапайна, потому что он родился на этом острове.
Веда Вьяса. Веда обозначает тот, который дал четыре веда, тот, который разделил знания на четыре веды. Вьяса обозначает тот, кто доносит это, доносит эти веды до людей, тот, который расширяет значение вед. Поэтому за Шри Кришна Двапайна Веда Вьяса. Now Veda Vyasa is the one incarnation of Lord Krishna. Now he saw when this Kali Yuga, now everybody buddhi, you know, slowly slowly come to down. Mm-hmm. And this is the eye also come down, everything. So before only one bath. Now she doing one bath is four bath, divided into four bath. After he also writing the all Puranas, all Upanishad, Brahma Sutra, you know, after he also writing this is the Mahabharata. This very is the not possible sutra and very lower caste Brahman, he cannot read. Then he also writing this is the Mahabharata. So he did so many scripture writing, even he not any satisfied. Puranas, then Upanishads, then Vedanta Sutra. Yeah, like this Upanishad, then it's the Brahma Sutra, Purana, mm-hmm. Then it's Brahma. Итак, Веда Вьяса – это та личность, которая подарила всю ведическую литературу. Начинает писать, сначала дает четыре веды, потом дает Пураны, 18 Пуран. Он понимает о том, что люди в Кали-Югу не обладают тем сознанием, как в предыдущей йоге. Сознание очень низкое у людей, практически равное животным. И поэтому он на их уровень переводит суть знания предыдущих эпох. То есть он просто передает его сущность. И он сначала дает для этого четыре веды. Потом решает, и это сложно понять будет для людей в Кали-Югу. То есть он начинает давать знания по разным уровням. Потом дает Упанишады, потом дает Брахма-сутру, дает в конце Шримад-Бхагавата. Махабхарату пишет в конце Шримад-Бхагавата. Шримад-Бхагавата, writing, First Махабхарата, then at the end he is writing Шримад-Бхагавата. Finally. Not writing, now. No, not writing, of course. I said giving, not writing. So now he was writing everything, he was writing Mahabharata. Why writing Mahabharata? This sutra, and he is the fallen Brahman, he is not able to read the Veda. Mm-hmm. For them he is writing Mahabharata, mm-hmm. You know, everything. Even if he is not really satisfied, and he is very, very unhappy. Now why are not satisfied? Then he Narada, he appeared there. Угу. То есть, когда он пишет веды, он понимает о том, что не будет достойных людей, которые их понять, и не будет настоящих браманов. И тогда для людей, у которых низкое сознание, для шудр, для тех, у кого нет времени ничего изучать, для них он пишет Махабхарату, чтобы это было в форме интересных историй. А затем, когда он написал всю эту литературу, все равно чувствует удовлетворение, что что-то важное не сделал, что он не смог это дать. Yeah. Now тогда появляется Нарада мне. He asking Vyasadev, you are look like very unsatisfied, you not satisfied. Why you not satisfied? You Gurudev, I cannot understand why you are not satisfied. I try written so many Puran, but I feel I not himself not satisfied. Now. И тогда Нарада появляется и говорит: О, Веда Вьяс, почему ты выглядишь таким удрученным? И тогда Веда Вьяс говорит, я написал все Пураны, но чувствуешь, но в сердце чувствую неудовлетворение, не могу понять почему. И теперь будет объяснение о том, почему не был удовлетворен. Но сначала, чтобы все проснулись. I will follow to them. Я буду за вами следовать. Вы начинаете петь как на какие-нибудь новые мелодии. You know, this is Australia tone. Знаете австралийскую мелодию? Россия tone? Или российская? У вас есть какое-то модное какая-нибудь, на которое вы обычно поете, харизматично любите? Yeah. Sing together, everybody.
Давайте все вместе. Выберите себе какую-нибудь, какая мелодия вам нравится. Которую вы хорошо знаете, что красиво сможете. Hari Ramo, Hari Ramo. Everybody loves it. Ramo, Ramo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.